Сахалинец может лишиться свободы за использование чужой кредитки. 48-летнего жителя Шахтерска обвиняют в краже. В июле этого года мужчина нашел банковскую карту у подъезда многоквартирного дома, где живет его друг. Фигурант не стал пытаться найти владельца платежного средства и оставил кредитку себе. Позже за чужой счет сахалинец совершил ряд покупок в сумме на 7216 рублей. Если вину жителя Шахтерска докажут в суде, ему грозит до 6 лет лишения свободы.